Профессия кадастрового инженера появилась в России не так давно, а с 2011 года. А в июле 2015 в российское законодательство были внесены поправки, ужесточающие ответственность кадастровых инженеров. Оформить земельный участок в собственность можно только с помощью кадастрового инженера. Этот специалист необходим при решении земельных споров с соседями. На сегодня Министерством имущественных и земельных отношений Чувашии выдано 304 аттестата, позволяющих работать с кадастровыми инженерами. Однако претензий к этим специалистам накопилось немало. К примеру, бывали случаи, что пятиэтажный частный дом по документам оказывается трехэтажным, или инженером прихватывается кусок земли в пользу одного из соседей. Уже сейчас решается вопрос о лишении аттестата нескольких десятков человек. Сейчас у нас, к сожалению, нынешняя какая ситуация сложилась, и те нарушения в области объектов недвижимого имущества, которые выявляются, они констатируют о том, что недостаточная ответственность у кадастровых инженеров за недостоверные сведения, которые они готовят. Ранее законодательством за нарушение в профессиональной деятельности для кадастровых инженеров предусматривалась только административная ответственность в виде штрафа 5000 рублей или дисквалификации на срок до 3 лет. Теперь в Уголовный кодекс добавлена статья, предусматривающая за некоторое нарушение штраф в размере до 300 тысяч рублей. Возможно также удержание заработной платы на срок до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 360 часов. Впрочем, наказание не самоцель. Росреестр в первую очередь заинтересован в профессиональной и качественной работе кадастровых инженеров. Взаимодействие с кадастровыми инженерами осуществляется следующим образом. Ежеквартально мы проводим с ними семинары. В ходе таких семинаров мы доводим изменения действующего законодательства. В последнее время у нас оно происходит практически постоянно, поэтому требуется и просто сообщить о том, какие произошли изменения, и также донести до них, как они должны применяться на практике. Прежде чем подписать договор с кадастровым инженером, поинтересуйтесь его деловой репутацией, рекомендуют в Росреестре. Эти сведения можно найти на официальном сайте ведомства. Они помогут выбрать хорошего специалиста. Алексей Табинов, Сергей Рябчиков, Республика.